Привет, друзья! Сегодня я для вас подготовила такой вот ажурный узор. Капельки, получается, в сеточке. Очень красиво, по-моему, смотрится. Очень классно получится из такого узора туника. Или можно связать даже шарф, только уже теплой пряжей. Я вяжу хлопком. Раппорт узора состоит из 6 петель и 12 рядов вверх. Первый ряд раппорта. Кромочная снимается и начинается вязание. Две петли мы вместе за переднюю стенку провязываем с наклоном вправо. Делаем накид. Одна лицевая. Накид. Две вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Снова две петли вместе. Лицевой за переднюю стенку мы провязываем. Делаем накид. И из одной петли вывязываем 3. Петля, накид, петля. Делаем накид. И провязываем 2 вместе. Лицевой с наклоном влево. Это я провязала первый ряд узора. И дальше повторяю его до конца ряда. Смотрите, второй ряд и все четные ряды вяжутся по рисунку. В этом случае у меня все четные ряды провязываются изнаночными петлями. Накиды также провязываются изнаночными. И также, смотрите, изнаночными мы провязываем 3 петли, которые я вывязывала из одной. Теперь третий ряд раппорта. Кромочная снимается. Снова мы провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это я провязала третий раппорт узора. Четвертый вяжется изнаночными петлями. Теперь пятый ряд раппорта. Кромочная снимается. Провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. Теперь нужно провязать 3 петли вместе. Для этого я 2 петли снимаю и первую вешаю на левую спицу, а вторую я снимаю на правую, как бы поменяла местами. И теперь первую и третью я провязываю лицевой, а вторую из правой спицы я вешаю на их. Провязала как. Делаю накид и провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это я провязала пятый ряд раппорта, шестой вяжем изнаночными петлями. Теперь седьмой ряд раппорта. Кромочная петля у меня снимается и провязываем таким образом. 2 петли с наклоном вправо. Накид. Из одной петли мы вывязываем 3. Петля, накид, петля. Делаем накид и 2 петли с наклоном влево провязываем. Снова 2 петли с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая, накид и 2 петли с наклоном влево. Это я провязала седьмой ряд раппорта. Дальше он у меня повторяется. Восьмой вяжутся все петли изнаночными. Девятый ряд раппорта. Кромочную снимаю и провязываю 2 вместе петли лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. Делаю накид. Дальше провязываю 3 лицевые петли. 1,
2, 3. Делаю накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид. 2 петли вместе с лицевой с наклоном влево. Это я провязала 9 ряд раппорта, дальше я его повторяю. 10 вяжется изнаночными петлями по рисунку. 11 ряд раппорта, кромочную снимаю. 2 петли вместе лицевой провязываю с наклоном вправо. Делаю накид. Теперь 3 петли вместе нужно провязать лицевой. 2 снимаю. Первую вешаю на левую спицу, вторую на правую. Дальше первую и третью провязываю лицевой за переднюю стенку и вторую вешаю на них. Так я провязала 3 вместе петли лицевой. Делаю накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, петля, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Это я провязала 11 ряд раппорта, 12 вяжем изнаночными петлями. Начиная вязание с 13 ряда, узор повторяется с 1 ряда. И в итоге получится такой вот красивый ажурный узор. Всем спасибо за внимание, смотрите видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!